Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Giribharadhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Giribharadhari. Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana. Jamuna Tira Vanachadi. Jamuna Tira Vanachadi. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Giribharadhari. Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana. Jamuna Tira Vanachadi. Jamuna Tira Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. I think we can move up a little. Пожалуйста, подвиньтесь поближе. Srimad Bhagavatam 10.6, 37, and 38. 38 is on the board. 38 is on the board. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, 10-ю песнь, 6-ю главу, тексты 37 и 38. 38 стих на доске. Падбьям бхактаридистабьям вандьябьям локавандитайхе анган ясья самакрамья
Бхагаван апи тат станам яту тани апи са сваргам авапа джанани гатим Кришна Бхукта Стана Шида Ким У Гаво Ануматараха Яту Танья Пьеса Сваргам Авапа Джанани Гатим Кришна Бхукта Стана Кшида Киму Гаво Нуматараха Ятун Танья Писа Сваргам Авапа Джанани Гатим Кришна Бхукта Стана Кшида Киму Гаво Нуматараха Падьям, Падбхьям. Двумя лотосными стопами. Бхакта Хридиста Бхьям. А теми, о которых всегда думают чистые преданные. В чьих сердцах благодаря этому постоянно пребывает Господь. Вандьябхьям. Теми, которых всегда следует прославлять. Теми, кого всегда следует прославлять. Лока вандитахи. Господом Брамой и Господом Шивой. Которых славят обитатели всех трех миров. Ангам. Тело. Ясьяха. Которой путаны. Самакрамья. Обхватив. Бхагаван. Верховная личность Бога. Апи. Также. Тат станам. Ту грудь. Ятудхани апи. Хотя и ведьма. Хотя и ведьма. Только и делавшая, что убивающая маленьких детей. Только и делавшая, что убивающая маленьких детей. И даже пытавшаяся убить самого Господа Кришну. И даже пытавшаяся убить самого Кришну. Она. Сваргам. Трансцендентную обитель. Авапа. Обрела. Джанани Гатим. Положение матери. Кришна Бхукта Стана Кшираха. Те, кто поили Кришну молоком из своего вымени. Ким У. Что уж. Гаваха. Коровы. Ануматараха. Словно матери. Кормящие Кришну своими сосками. Перевод. Верховная личность Бога, Кришна, всегда пребывает в сердце чистого преданного, а великие полубоги, Господь Брама и Господь Шива, всегда возносят ему молитвы. Хотя Путана была страшной ведьмой, благодаря тому, что Кришна с удовольствием обнял ее и сосал ее грудь, она заняла положение его матери в трансцендентном мире, обретя высшее совершенство. Что же тогда говорить о коровах, чье вымя с наслаждением сосал Кришна, коровах, которые поили его своим молоком, словно матери, с огромной радостью и нежностью? Комментарий. Hold on. Who doesn't know Russian and doesn't have a copy of the text? Wow, it's a lot of people. Okay. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, is always situated within the core of the heart of the pure devotee, and he is always offered prayers
by such worshipable personalities as Lord Brahma and Lord Shiva. Because Krishna embraced Putana's body with great pleasure and sucked her breast, although she was a great witch, she attained the position of a mother in the transcendental world and thus achieved the highest perfection. What then is to be said of the cows, whose nipples Krishna sucked with great pleasure, and who offered their milk very jubilantly with affection, exactly like that of a mother? Комментарий Шрилы Прабхупады. В этих стихах объясняется, что преданное служение Верховному Господу, занимаются ли им прямо или косвенно, сознательно или неосознанно, приводит к успеху. Путана не была ни преданной, ни непреданной. На самом деле она была ведьмой-демоницей, которой Камса велел убить Кришну. Однако сначала она, обернувшись красивой женщиной, подошла к Кришне, словно любящая мать. Так что у Яшоды и Рахини не возникло ни тени сомнений в чистоте ее помыслов. Господь учел все это и отвел Путане положение, подобное положению Яшоды. Как объясняет Вишванатха Чакраварти Такур, есть разные роли, которые можно играть, занимая такое положение. Путана сразу попала на Вайкунтха-локу, которую иногда называют сваргой. Сварга, упомянутая в этих стихах, это не материальная райская планета, а трансцендентный мир. По словам Уддавы, Путана заняла на Вайкунтха-локе положение кормилицы Дхатрючитам. Путана получила почетное положение кормилицы и служанки на Галоке Вриндаване, став помощницей матушки Яшоды. These verses explain how devotional service rendered to the Supreme Personality of Godhead, whether directly or indirectly, knowingly or unknowingly, becomes successful. Putana was neither a devotee nor a non-devotee. She was actually a demonic witch instructed by Kamsa to kill Krishna. Nonetheless, in the beginning, she assumed the form of a very beautiful woman and approached Krishna exactly like an affectionate mother, so that Mother Yashoda and Rohini did not doubt her sincerity. The Lord took all this into consideration, and thus she was automatically promoted to a position like that of Mother Yashoda. As explained by Vishwanatha Chakravarti Thakur, there are various roles one may play in such a position. Putana was immediately promoted to Vaikuntha Loka, which is also sometimes described as Svarga. The Svarga mentioned in this verse is not the material heavenly planet, but the transcendental world. In Vaikuntha Loka, Putana attained the position of a nurse, Dhatriyuchitam, as described by Uddhava. Putana was elevated to the position of a nurse and maidservant in Goloka Vrindavan to assist Mother Yashoda. Om Ajnana Timirantasya Gyananjana Shalakaya Chakshurin Militam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Tathati Shapadantikam Mandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatan Vitam Stam Sajivam Sadvaitam Savatutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita
Sri Vishakhanvitamscha. Hey Krishna, Karuna Sindhau, Dina Bandho Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta, Radha Kanta Namostute, Tapta Kam Shana Gaurangi, Radhe Vrindavaneshwari, Prishabhanu Sute Devi, Pranamami Hari Priye. Vancha Kalpatarubhyascha, Kripa Sindhavyevacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi, Gaur Bhaktivrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Nama, Hare Nama, Rama Nama, Hare Hare. Padbhyam bhakta hridi stabhyam. Vandyabhyam lokavanditaihi angam yasya samakramya bhagavan apitad stanam. The Putana Rakshasi was very fortunate. Hello? Ракшаси Путана была очень удачливой. Падбьям, бхакта хриди стабьям, вандьябьям локавандитай, ангам ясья самакрамья. She got the contact of Krishna's lotus feet. Она соприкоснулась с лотосными стопами Господа Кришны. The lotus feet of the Lord are worshipped by those who are worshipped. И как здесь говорится, лотосным стопам поклоняются те, кому поклоняются все остальные. Vandyabhyam, his feet are worshipped, lokavanditai, by those who are worshipped by everyone else. That means the demigods headed by Lord Brahma, Lord Shiva. Лотосным стопам Господа поклоняются те личности, которым поклоняются все остальные люди. То есть это положение полубогов, возглавляемое Господом Рамой, Господом Шивой. Or Lakshmi, everybody's also worshipping Lakshmi. She's also worshipping the lotus feet of Krishna. Также сюда входит и Лакшми. Все поклоняются Лакшми, а она, в свою очередь, поклоняется лотосным стопам Кришны. And bhakti, bhakta hridi stabhyam. The devotees are keeping the lotus feet of the Lord in their hearts. И бхакта хриди стабьям, преданные хранят лотосные стопы Господа в своих сердцах. The yogis are meditating on his lotus feet. Йоги медитируют на его лотосные стопы. Dhyana vastita tadgatena manasa pashantiyam yogina. So the lotus feet of the Lord are, and within the heart, there we're hoping to see Krishna's lotus feet in our hearts. И мы стремимся к тому, чтобы увидеть лотосные стопы Господа Кришны в своих сердцах. Преманджана. Well, let's just wait till he finishes, and then we'll carry on. Hare Krishna, Hare Krishna. Okay. Good. As good as it's going to get. Okay. Premanjanachchurita bhakti vilochanena santa sadaiva hridayeshu vilokayanti. With those who are endowed with prema actually see the lotus feet of the Lord. Как говорится в этом стихе Брахма Самхиты, те, кто по-настоящему наделены премой, они способны видеть лотосные стопы Господа в своих сердцах. But Putana Rakshasi neither had prema nor had a lack of prema. Но говоря о Путане, Ракшасе Путане, у нее не то, что не было премы, у нее даже и не было положения, в котором према не достает.
She was a fierce and vicious witch who came to kill Krishna. Она просто была свирепой, злобной ведьмой, которая просто пришла убить Кришну. Yet she actually got Krishna's lotus feet stuck to her. Но тем не менее, она получила возможность, что Господь Кришна уперся своими лотосными стопами в нее. Krishna was pressing her with his lotus feet. Кришна давил на нее своими лотосными стопами. But Putana didn't think, oh, Krishna's lotus feet. She's trying to tear Krishna's lotus feet away from her, because Krishna's sucking her breast and sucking out her life, so she's trying to push those feet away. Ну, и Путана, которая в этот момент находилась в состоянии, что Кришна пытался высосать из нее вместе с молоком и всю жизнь, она вовсе не радовалась. О, это же лотосные стопы Кришны. Нет, она пыталась от них оттолкнуться вообще, отпихнуть всего Кришну. And when that didn't work, the acharyas say, she was beating on his feet. И когда и это уже не сработало, то, как описывает ачарья, она била кулаками по его стопам. Yatudhani, she was a witch. No, Yatudhani, то есть она была настоящей ведьмой. Yet with all of that, Swargam Avapa, she attained Swarga. И несмотря на все вот это, она тем не менее достигла Сварги. Swarga here doesn't mean the heavenly planets, it means the spiritual world. И это слово упоминается здесь не в смысле райские планеты, а здесь слово сварга указывает на духовный трансцендентный мир. Janani Gatim, the same destination attained by the mother of Krishna. Janani Gatim, она обрела то же самое положение, которое занимает мать Кришны. Prabhupada explains he didn't get exactly the same position. Но Шрила Прабхупада проясняет, она не получила именно точно такое же положение. But he got the position of a nurse. Она получила положение кормилицы. That's also mother. И это тоже считается матерью. Adho Mata Guru Patni Brahmani Dain Rajapatnika, Dhenu Dhatri Tata Pritvi. These are seven mothers. Вот это в вышепроцитированном стихе перечисляются семь матерей. Adho Mata, the mother from whom we take birth. Первое — это мать, которая, от которой мы получаем рождение. And Guru Patni, the wife of the spiritual master. А вторая — это Guru Patni, жена духовного учителя. If the spiritual master is our father, then his wife is our mother. Если духовный учитель считается нашим отцом, то, соответственно, его жена считается нашей матерью. So Guru Patni and Brahmani, the wife of a Brahmin. Следующее — это Брахмани, это жена Брахмана. And Rajapatnika, the wife of the king. А следующее — Раджапатника, то есть жена царя. The king is like the father of all the citizens, his wife is the mother. И царь — это все равно, что отец всех подданных, и, соответственно, его жена считается матерью. And Dhenu, the cow. И следующая — Dhenu, корова. Who gives milk. Которая дает молоко. The child takes the milk of the mother, then the milk of the cow. И ребенок пьет молоко своей матери, а также молоко коровы. So Dhenu and Dhatri. Dhatri means the nurse. Следующее — Dhatri. Dhatri означает кормилица. Tata Prithvi and Mother Earth. И Татапи означает мать земля. So these are all mothers. И вот это все семь являются матерьми. Матерями. So the Putana, Rakshasi, attained the position of a mother, Dhatri. И вот Путана достигла положения одной из этих семи матерей, положения Дхатри, кормилицы. Which is astonishing. Что очень поразительно само по себе. The Rakshasi, like a snake, should be
killed and cut up into different pieces and thrown into the fire, which, of course, she was. И Мэти Ракшаси, она подобна змее, которую следует лишь всего лишь убить, разрубить на куски и сжечь. И она таковой и являлась. But Krishna is so kind that he awarded her the position of mother. Но Кришна настолько милостив, что он даровал ей положение матери. Krishna took the good side. Кришна принял хорошую часть ее характера. That she's approached me, offering her breast, and I sucked her breast. Она приблизилась, подошла ко мне, чтобы предложить мне свою грудь, молоко, и я сосал его. And at least in the beginning, she showed affection, just like a mother. И, по крайней мере, в самом начале она внешне выразила вот эту любовь, подобно тому, как это делают матери. So I accept her. И я принял это. This is the quality of a great person. Вот таково одно из качеств великой личности. A mean-minded person sees all someone's bad qualities and magnifies them. Как сказать, такая низкая личность, она в первую очередь замечает плохие качества и более того пытается раздуть эти качества. And a broad-minded person looks for some good qualities to magnify. Но человек широкого ума в первую очередь пытается увидеть хорошие качества и выделяет в первую очередь их. Just like Prabhupada, when he first came to America, what kind of people came? Например, Шрила Прабхупада, когда он только приехал в Америку, какие люди к нему начали присоединяться в первую очередь? Practically subhuman. По сути дела, недолюди. But Prabhupada found some good quality. Но Шрила Прабхупада был способен увидеть какие-то хорошие качества в них. This boy likes to hear, this boy likes to help. Вот этот молодой человек, ему нравится слушать, а вот этому молодому человеку нравится помогать. This boy is coming. А вот этот молодой человек в принципе приходит. So, finding some good quality. То есть он находил вот такие хорошие качества. And therefore he was able to magnify those good qualities and create. Something wonderful. И поэтому он был способен усилить, увеличить вот эти хорошие качества и создать, слепить из этих людей что-то хорошее. There was one of Prabhupada's contemporaries who said that I also could have had many disciples in the West if I'd been willing to accept hippies. Один из современников Шрилы Прабхупады тоже сказал, да я бы тоже мог бы сделать учеников себе на Западе, если бы я хотел принимать хиппи. Which was exactly right. If you'd been, if you'd had that broad-minded consciousness, you could have done something in the West. То есть, если разобраться, так оно и есть. Если бы этот человек обладал бы таким вот складом широкого ума, то он бы мог бы вот так вот проповедовать в те времена на Западе. But instead it was Prabhupada who was, Но по факту вместо него это сделал Шрила Прабхупада, who did it. Который это и сделал. Because he had this, among other reasons, this broad-minded vision. Потому что среди прочих возвышенных качеств он обладал вот этим складом широкого ума. And the quality of a great soul who sees, looks for some good quality, like a little spark that can be fanned into a fire. И вот это качество великой личности, он обладает способностью разглядеть что-то хорошее и, более того, своими усилиями раздуть вот эту тлеющую искру в большой огонь. But who could be a greater soul than Krishna? Но кто, есть ли какая-то более великая душа, чем сам Кришна? Путина wasn't a devotee, she wasn't a non-devotee, she wasn't a hippie, she was a rakshasi. Путина была ни преданной, ни непреданной, и даже хиппи не была, она просто была ракшаси. And yet Krishna accepted her. И тем не менее, несмотря на все это, Кришна ее принял. Therefore, Uttava says in the third canto, Aho bhakiyam stanakala bhutam chikhamsaya payad apyasadvi
Лебхе гатим татфью читам татоньям, камба даядум шаранам браджема. Who should I go to take shelter that could be more merciful than Krishna? И поэтому Удава произносит вот этот стих, который звучит на страницах третьей песни Шримад-Бхагаватам, который означает, кому еще мне обратиться, кроме как к Кришне. Баки, the sister of Бакасура, was a great asadvi, she was a duplicitous witch. Который очень, очень милостлив, потому что Баки, сестра Бакасуры, то есть Путана, она была фактически ведьмой. And she'd smeared poison on her breast to kill Krishna. Она смазала свою грудь ядом, чтобы убить Кришну. But Krishna awarded her the destination of a Дхатри, his nurse. Но Кришна, тем не менее, даровал ей положение Дхатри, своей кормилицы. Есть ли кто-то еще более милостив, чем вот Кришна? Ядхунапи, ядхунаньяпи, ядхуданьяпи, са сваргам, авапа, джанани гатим. Кришна бхукта стана кшира. Kimu gavo numatara. So Putana got that position, nurse or assistant nurse. But then what should we say about the cows? И как здесь продолжается в стихах, раз уж Путана получила положение кормилицы, то что уж говорить тогда о коровах? When Krishna, when Lord Brahma stole the calves that Krishna and his friends were herding. Then Krishna expanded himself, and he became all the boys and all the calves, because the boys were stolen too. В тот момент, когда Брама украл мальчиков и телят, телят которых Кришна со своими мальчиками пасли, то Кришна принял форму вот этих телят. The cows were naturally affectionate to their calves, but now that their calves were actually Krishna, they became super affectionate. Коровы естественным образом с любовью относятся к своим телятам по своей природе. Но когда теперь Кришна стал телятами, то коровы начали проявлять сверхлюбовь. The cow's affection for the calf is natural and spontaneous. Вот эта любовь коров к телятам является естественной и спонтанной. But now they had such spontaneous love to an extreme degree for their calves. Но сейчас их любовь к своим телятам была очень необычайно сильной. Because their calves were actually Krishna. И все потому, что вот эти так называемые теляты были никем иным, как сам Кришна. So there's a hierarchy here. Putana's so fortunate. Поэтому мы здесь видим некую иерархию. Путана была очень удачливой. Because even though she came with evil intentions, Krishna took the good part and gave her such a position as mother. Просто потому, что, точнее, невзирая на то, что она пришла с такими злобными намерениями, тем не менее Кришна принял только хорошую сторону и даровал ей возвышенное положение, как одной из своих матерей. Then Kim Uta, what to speak of the cows who gave their milk to Krishna out of spontaneous love and affection. И что уж тогда говорить о коровах, которые поили Кришну своим молоком из вот этой спонтанной любви и привязанности. How glorious they are. Можно только себе представить, насколько они достойны славы. The text doesn't say that, well, cows were pretty good. I mean, they weren't in Матхурджа Рас, but something's better than nothing. И здесь в стихе не говорится, ну, дескать, у коров тоже, в принципе, все было нормально. Конечно, они не были в Матхуре Расе, но хоть что-то делали для Кришны. No, cows are so glorious. Нет, стих гласит, что коровы были настолько достойны славы.
Any relationship with Krishna is glorious. Вообще любые отношения с Кришной достойны славы. Arjuna is so glorious that Krishna becomes his charioteer. Арджуна настолько достоин славы, и все потому, что сам Кришна согласился стать его возничим. The cows are so glorious that Krishna becomes their calf. А коровы настолько достойны славы, все потому, что Кришна стал их телятами. И как гласит вот этот стих из Бхагавад-гиты, Кришна полностью отвечает взаимностью. Even the undeserving, Prabhupada said, you take one step toward Krishna, Krishna takes 10 steps toward you. И даже он делает это по отношению к тем, кто не полностью достойны этого. Как Шилпада отмечает, если мы делаем хотя бы один шаг в сторону Кришны, Кришна в ответ навстречу делает 10 шагов. So even Putin was so elevated. Вот. И как результат этого, даже такая личность, как Путана, достигла такого возвышенного положения. But then finally, what to speak of Yashoda Mai? И в конце концов, что уже тогда говорить о самой Яшода Маи? If even the cows were glorious, how glorious is Yashoda Mai? Если уж коровы настолько достойны славы, то какой славы достойна сама Яшода Маи? What is that? What pious activities must Yashoda Mai have performed so that Krishna called her mother? And sucked her breasts. Какое количество благочестивых деяний должна была совершить Яшода Мая в прошлом, чтобы сам Кришна сосал ее грудь и звал ее своей матерью? Church people are going to churches and temples and mosques to get a little mercy from God. Люди отправляются в церкви или в мечети, чтобы попросить какой-то небольшой милости от Бога. But Krishna has become like a child for Yashoda Mai. Но Кришна стал ребенком по отношению к Яшода Мае. Therefore, her position is ultra glorious. Поэтому ее положение ультра возвышенное. All right. Are there some questions? Есть ли какие-то вопросы? Часто мы слышим о том, что каждый демон в Кришналиле представляет определенный недостаток, который мы должны преодолеть. Откуда эта концепция появилась, то есть откуда она берет свое начало? И если Махарадж поддерживает эту концепцию, то какой недостаток олицетворяет Путана и как мы должны его преодолеть? We heard the statement that every demon that was killed by Krishna in Krishnalila is a personification of a certain fault, anartha. So if this is so, can you give a reference who describes those demons as personification of anarthas, and what kind of anartha Putana was personifying, and how to deal with that anartha? I don't know that they're all personified anarthas, every demon. But sometimes it's described that way. Не уверен, что все являются олицетворениями анарт, но некоторые описываются таким образом. I don't know also what particular demonic quality is ascribed to Putana. What anartha rather is matched to Putana. Не совсем также уверен, какое именно демоническое качество или анарта приписывается Путани, как олицетворяющее его. Uddhava says asadvi, duplicity. Но Уддхава произносит вот это слово асадхви, то есть двуличие. You dress up like a beautiful, affectionate woman, and you want to, such a nice child, oh, can I nurse the child? Oh, yes, yes.
Просто она оделась и выглядела как очень привлекательно, красиво одетая женщина, и внешне говорила приятные слова: «О, какой замечательный ребенок, можно его покормлю?» «Да, конечно». But what's your intention? Can I kill this child? Но по сути дела, каковы были ее желания? Так, как бы мне убить этого ребенка? I've got nice poison on my breast. That should do the job. У меня такой замечательный сильный яд смазан на мою грудь. Это, как сказать, выполнит эту задачу. He'll suck and die. Он высосет молоко и умрет. So it's complete duplicity. То есть это полное двуличие. Present yourself one way, but your intentions are just the opposite. Представить себя одним способом, но истинные намерения совершенно другие. So that's clearly an anartha. То есть вот это четко явная анартха. And sometimes that appears in devotional life. И это иногда проявляется в жизни преданных. We present one thing, and we have another idea in mind. Мы вроде внешне представляем одно, но на уме у нас совершенно другое. We come to help the mission, but really we want to get facility or profit or something else from the mission. Мы вроде как представляем как желающие помочь миссии, но по факту мы хотим что-то урвать для себя в форме положения, какой-то личной выгоды и так далее. We want to go preach abroad, but really we want to get a green card and make money abroad. Мы вроде как отправляемся за границу, но по факту, на самом-то деле, мы хотим вот получить вот эту зеленую карту и там зарабатывать лучше. And there's so many other examples. И есть очень-очень много подобных примеров такого двуличия. Anartha. So duplicity is dealt with by being straightforward. The opposite of duplicity is straightforwardness. А противоположность такого двуличия является прямота, прямодушие. What is that in Bhagavad Gita? Adambitvam, amantram, adambitvam, ahimsa, kshantir, arjunam, charju, upasanam, dharyam. Anyway, it's there. Dharyam, atmanam, vigyan, asaktam, anabitvam, yukvijan. Anyway, there or someplace else. Simplicity. Вот в одном месте Бхагавад-гиты упоминается вот одно из божественных качеств — простота. Simplicity in this context doesn't mean simple living. It means no duplicity. В этом контексте простота не означает жить просто, да? Простота в этом контексте означает без двуличия. We should practice being straightforward. Нужно прямо именно практиковать быть прямодушным, прямым. Arjuna, yes, samadhammatapa shocham. Kshanti Arjavam. Arjavam means simplicity. Arjavam в этом стихе означает вот так прямодушие, простота. That okay? Yes. Микрофон передайте, пожалуйста. Putana was very unbrahminical. Very? She was very unbrahminical. Путана была очень далека от брахманичного стандарта. В первом предложении Прабхупада говорит в комментарии, что занимаясь преданным служением в любом виде... Ближе может... микрофон к рту, этого я даже не слышу. Хорошо. В комментарии говорится, что занимаясь преданным служением, ну что преданное служение приводит к успеху. И такой вопрос, может ли преданный хорошо прогрессировать, если он занят разными видами служения, такими как, например, киртан, проповедь, чтение книг интенсивное, и при этом... не читает хорошо джапу, нерегулярно. Может ли преданный прогрессировать, если он практическим преданным служением занят, но при этом не читает регулярно джапу? В этом вопрос. Ну да. Ну не только практическим, то есть воспевание святого имени в форме киртана, в форме книг, в форме проповеди. Но отсутствует воспевание джапы.
Но оно есть, но не очень качественно. So the question is, can a devotee make any tangible spiritual progress? If can a devotee can make spiritual progress if his personal chanting, japa, is suffering? At the same time, he is engaged in many other devotional activities like congregational chanting, reading the books, and so on and so forth. Yeah, a little off topic, but okay. Немножко не по теме, но ладно, ответим. The other things will help us chant. Say again? The other activities will help us chant. Другие виды деятельности помогут нам, в конце концов, хорошо воспевать. Reading the books, worshiping the deities. Associating with devotees. Чтение книг, поклонение божествам, общение с преданным. But we shouldn't just go on those other things. Но нам не нужно просто взять и продолжать делать только это и так и не улучшать воспевание. And neglect the quality of our chanting. И при этом пренебрегать качеством своего собственного воспевания. We should try seriously to chant with attention, avoiding offenses. Мы должны изо всех сил прикладывать усилия, чтобы серьезно воспевать, при этом избегая оскорблений. Мы услышали, что матери — это все матери, но мы всегда говорим матаджи, 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 матаджи. Иногда я говорю матаджи непреданные, такие же, которые... А я иногда слышу, что некоторые говорят леди. Когда правильно говорить матаджи другим? So you, we were discussing that there are seven types of mothers. Also, according to the etiquette, we call the ladies as matajis. We approach or call ladies, calling them mataji. So, but at the same time, some devotees call ladies as ladies, not matajis. So, when it is appropriate to call them matajis, when it is appropriate to call them ladies, and what's the standard in this on this topic? A third person, grammatical third person, ladies is fine. Grammatical third person? For grammatical third person, when you're talking about someone. About him. То есть это правильно использовать это слово, говоря о ком-то в третьем лице. Then ladies, women, any appropriate word. То тогда можно использовать вот эти ladies, женщины, любое подходящее слово. But in second person, vocative, then mataji is appropriate. Но когда обращение во втором лице, то есть вы, ты, то тогда нужно использовать слово mataji. You can also say lady in second person, but in English it's considered rather impolite. Конечно, можно использовать lady, но строго говоря, на английском языке это когда во втором лице используется, это не совсем вежливо. Hey lady. Hey lady. And Prabhu, by the way, is just weird. И Прабу это вообще очень странно. Радарани Прабу. Радарани Прабу, например. Something else? А что-то еще? Нет. Лучше отойдите, потому что возбуждаться будет. Лучше подальше отойдите, да. Hare Krishna. Sometimes we may have you mentioned in the class that we should look for good qualities in others.
And sometimes we may be practicing, trying to practice that, but then we get association with people who are not trying to do it, or at least it seems like they're not trying to, and it might feel contaminating. So is there a way of still kind of giving association to them, to those people, those devotees, without just breaking the association and not associating with them? Is there any way of us associating with them in a good way, trying to inspire them? Суть вопроса в том, что мы обсудили тот факт, который мы часто повторяем, что нам необходимо практиковать вот это сознание, искать хорошие качества, и это нужно практиковать. Но иногда нам вынужденно приходится общаться с преданными, которые по факту не обладают такими способностями, они не ищут хороших качеств, и как результат, таким общением мы оскверняемся. Так вот, есть ли способ как-то не оскверняться самому, а давать скорее им свое общение, чтобы они этому учились? You can glorify the other devotees to them. That'll fix them. Вы в их присутствии можете прославлять других преданных, и это будет на них влиять. There's Chaitanya Mahaprabhu. One of his pastimes, he was associating with one acharya, and the acharya, as we read in Chaitanya Charitamrita, seemed to have a high opinion of himself. Мы видим на страницах Читания Чаритамриты, как Господь Читания Махапрабху в один момент общался с одним, так сказать, ачарьей, который был очень высокого мнения о себе самом. But he also had a high opinion of Chaitanya Mahaprabhu. Но он также имел высокое мнение о самом Чайтанье Махапрабху. So in his presence, Chaitanya Mahaprabhu was glorifying all the other devotees. И в его присутствии Господь Чайтанья Махапрабху прославлял всех остальных преданных. I learned this from Ramananda Roy. I learned that from Sanatan Goswami. Например, он говорил, и мне это рассказал Рамананда Рай, или вот этому я научился у Санатана Госвами, и так далее. I think it was maybe Raghunath Bhatta Goswami who if there was any, or Raghunath Das Goswami, if there was any bad-mouthing of devotees, he would just say, all I know is that all the devotees are engaged in the service of the Lord. Raghunath Bhatta? Насколько я помню, Раганат Бхатта Госвами, он высказал такую мысль, что если кто-то что-то говорит там, не то про преданных, все, что я в ответ считаю, это все преданные так или иначе заняты в преданном служении Господу. There's a habit, you know, we have a habit of prajalpa, and the worst prajalpa is sadhananda. У нас уже есть вот эта привычка праджалпы, и самый худший тип праджалпы — это садху нинда. Someone has some good qualities, but the sadhu ninda tendency is there. Конечно, есть и хорошие качества, но вот эта тенденция к садху нинде тоже присутствует. So when you see the just like someone's talking about something we don't want to hear about, and we say, "Don't get started." Например, кто-то начинает заводить разговор о чем-то, и мы знаем его тенденцию вот к такой садху-нинде, мы можем прямо в самом начале оборвать, даже и не начинай. It's common in ordinary dealings. Somebody wants to talk about, you know, something, or especially something where we have an opposite opinion. We say, don't get started. И это обычное дело, когда кто-то хочет говорить о чем-то вот таком странно отвлеченном, и особенно на ту тему, у которых у нас полностью противоположное мнение, мы можем оборвать в самом начале, сказать, даже и не начиная эту тему. So this is the don't get started for sadhu ninda. This is the don't get started for sadhu ninda. И вот такой подход можно применить к этой саду, к возможности услышать саду нинде. Такой подход даже не начинай. All I know is that all the devotees are engaged in the service of the Lord, and this one is doing this, and this one is doing that, and this one. И вот как Рагунат Бхатта Госвами говорит, все, что я знаю, что все преданные заняты в преданном служении Господу. В частности, вот этот преданный делает это, тот преданный делает то и так далее. А если это? Sure.
Если это исходит от старшего преданного, будет ли вот такой ответ уместным? Ответ «да», конечно. Hey, you're above me, you know, all this stuff, controversies, and, you know, that's on your level. All I know. Мы можем сказать, ну, вот эти вот различия, противоречия, разногласия, это на вашем уровне, вы старше преданные, но все, что я знаю, и сказать то, что нужно сказать. Sadhananda doesn't earn special privilege by being spoken by a senior person. Если Sadhananda исходит из уст даже старшего преданного, она отнюдь не становится чем-то особенным. Or it may, but then it's the prerogative of that senior person, and it may not be for good for us to hear. Может быть, она имеет определенную, так сказать, важность и ценность, но это прерогатива старшего преданного, и на нашем уровне к нам это вообще не относится, не наше ума дело. There is one more. Prabhupada sometimes would say things about his contemporary, well, his godbrothers. Иногда Шрила Прабхупада высказывался что-то о своих современниках, в частности, о своих собственных духовных братьев. He had that privilege. У него была такая привилегия. When you've spread the Krishna consciousness movement all over the world, you can say things about your less accomplished godbrothers, especially if they're critics. И если у тебя есть в твоем запасе такая заслуга, как распространение движения сознания Кришны по всему миру, то есть, в принципе, и право что-то сказать о своих духовных братьях, которые достигли меньшего. One time, one of Prabhupada's secretaries, having heard such things from Prabhupada, said, Prabhupada, how could Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur have disciples who were such rascals? И однажды, когда один из секретарей, личный секретарь Шрилы Прабхупады, услышал подобное высказывание Шрилы Прабхупады о своих духовных братьях, он тут же спросил: «Шрила Прабхупада, а как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур мог иметь со своими учениками таких негодяев?» And Prabhupada became angry. И Шрила Прабхупада тут же разгневался на него. He said, "My Guru Maharaj never had any disciples who were rascals." Он тут же сказал: "Мой Гуру Махарадж, у моего Гуру Махарадж никогда не было учеников, которые были негодяями." I can say such things about them. Я сам могу сказать такие вещи о них. But you can't. Но вы не можете. Okay. Hare Krishna. Just one small question. Last. Последний вопрос. Krishna, thank you so much for this class, Maharaj. I just wanted to ask about how to find balance between this broad-mindedness and always magnifying good qualities in others and being like the bee, always seeking nectar in the same time. Like nectar for instruction, Srila Prabhupada, there's a verse which says that we should discriminate between different levels of devotees. And like if one doesn't discriminate, then like he can't make progress. And sometimes you can go into that direction and then become like a fly and just go into discriminating, over discrimination. So please, how to find? И теперь по-русски. Да, то есть я просто хотела спросить, поблагодарить Махараджа за класс и спросить, что вот это так здорово, когда человек может быть таким, ну, то есть видеть хорошие качества во всех, быть как пчела, да, видеть везде нектар, но в то же самое время в нектаре преданности, в нектаре наставлений. В одном из стихов не говорится о том, как надо различать различные категории преданных. Прабхупада говорит то, что если у нас нет этого чувства дискриминации, то, ну, то есть человек не сможет прогрессировать. И в то же самое время, если можно уйти в эту дискриминацию, может там тоже это затонуть, то есть как найти баланс. Therefore, we should try to associate with advanced devotees. Поэтому нам следует общаться именно с продвинутыми преданными. And learn from them how to deal with everyone properly. И у них учиться тому, как правильным образом общаться с другими людьми.
Is that all right? Okay. Right. Thank you all very much. Hare Krishna. Большое спасибо. Hare Krishna.